Всем привет, это Gadget News. Внешний вид LG V30 раскрыт авторитетным инсайдером. Этот август выдался богатым на новинки смартфонов. Через две недели на выставке электроники IFA 2017 в Берлине LG представит новый флагманский смартфон V30. Сама компания уже рассказала о его дисплее, камере и новом пользовательском интерфейсе. Также в сети уже есть немало утечек и других подробностей об этом девайсе. Внести свой вклад решили известный инсайдер Эван Блас. Он опубликовал качественное изображение новинки со всех сторон, представив тем самым все предыдущие слухи об этом устройстве. LG V30 получит 6-дюймовый Full Vision дисплей с соотношением сторон 18 к 9 и разрешением Quad HD, выполненный по технологии OLED. Рамки вокруг экрана сведены к минимуму, благодаря чему смартфон по габаритам не сильно отличается от LG G6. Также есть информация, что помимо LG V30 будет представлен V30 Plus с большей диагональю дисплея. Презентация смартфонов состоится 31 августа.